20 новых автобусов теперь будут курсировать по улицам столицы Карачаево-Черкесии. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов оценил комфорт обновленного общественного транспорта. За мероприятием на центральной площади Черкесска наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Центральная площадь региональной столицы. Всего через несколько минут 20 новеньких автобусов отправятся на маршруты. Столь внушительного обновления в городе не было больше 10 лет. Безопасность, вместительность, комфорт. Так можно охарактеризовать общественный транспорт модификации «Доступная среда», в чем убедились руководители республики и Черкесска. Это начало обновления автопарка города Черкесска. Такая же программа у нас сейчас будет по всей республике и по городу Карачаевску, Джигуте. Вот. И здесь, конечно, хотелось бы мне лично сказать слова благодарности нашему президенту, который на наше обращение республики отреагировал. В отличие от всего, что раньше передвигалось по улицам Черкесска, эти автобусы не просто комфортны для проезда, но и удобны для погрузки маломобильных граждан, а также детских колясок. Вместительная задняя площадка как раз предназначена для таких пассажиров. Кроме того, этот низкопольный транспорт российского производства, что не исключено, тоже повлияло на выбор. Они отличаются от старых тем, что очень экономичны, очень удобно для водителя и для пассажиров сделаны. Эти автобусы оснащены пневмоподвеской, и в них установлен весь комплекс необходимого оборудования в виде ГЛОНАСС, эроГЛОНАСС, GPS, тахограф, камеры, записывающие устройства. Каждый такой автобус рассчитан примерно на 50 мест. Из них около 20 посадочные. При комплектации было уделено повышенное внимание как безопасности пассажиров, так и защите от вандалов. Камеры видеофиксации записывают все, что происходит в салоне. Возможно, эта мера в конечном итоге избавит людей от разорванных клочья сидений, сожженных или нереально грязных занавесок. А ведь именно таким в течение нескольких лет порой был общественный транспорт Черкесска. Каким бы комфортным и надежным ни был новый общественный транспорт, в первую очередь сами пассажиры должны помнить, что от них зависит срок его службы. Не стоит превращать автобусы в то, на чем потом придется с возмущением передвигаться по городу. Новые автобусы сегодня отправились по улицам региональной столицы, чтобы внести свою лепту в создаваемый в городе комфорт. И первые пассажиры были приятно удивлены увиденному. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.